Всем привет! Сегодня 5 декабря, тихая охота в Карелии продолжается. Выбрался сегодня в зимний лес, взял с собой корзинку, но сугробы, как говорится, выше колена. Приготовим мясо, покажу вам боровички летние. Вот здесь вот впереди ламбушка небольшая лесная. Я буду ставить лагерь зимний в сугробах. Наступила зима в Карелии, минус 17 градусов, морозы. Это Карелия, один из лесов Прионежского района. Сеточка, уголь, мангальчик, овощи, красота, зимний лес. Фух. Сказка просто. Друзья, пока я буду готовить шашлык, предлагаю вам посмотреть летнюю съемочку, как я собираю боровички в октябре месяце. А я пока буду готовить мясо. Брусника. Вкусная, полезная, витаминная, питательная. Очень вкусная ягода, брусника. Это фантастика какая-то. Вот здесь только что сейчас кушал ягодку, показывал вам бруснику. Здесь такой островок небольшой нахожусь, и там болото. Кстати, медвежьи следы тоже видел. Важно соблюдать безопасность лесу. И вот здесь вот прямо три грибочка. Вот это класс, а! Раз, два, три. Это боровики. Да, здесь сосны, брусничник, березки. Вот какая красота. Какой ланчать-то. Плотная ножка, а их тут два.
Вот он. Вот это находка, а. Вот это фантастика какая-то. Посмотрите, тут вторая ножка в одну шляпку. Вот это забурился я. Эмоции переполняют. Вот такие грибочки растут в Карелии в октябре. Вот это настоящий боровик. Сосны, все по фэншую. Ножка плотная какая. Вот они растут. Это просто фантастика какая-то, чудеса. В октябре собирать такие грибочки. Вот третий. Ах, как же они вкусно пахнут. Вот. Могучий гриб. Шляпка плотная такая, весит грамм 700, наверное. Вот здесь же все еще брусника, черника. Вот такая вот находка. Обалденные грибы. Вот реально они у меня в руку не помещаются. Это просто эмоции у меня зашкаливают. Я не ожидал такой тихой охоты в октябре месяце в Карелии. Ну вот такая красота. Фантастика просто. Сосновые боровички. Настоящие, карельские. Много зрителей смотрит без подписки. Подпишитесь, поддержите канал. Впереди много интересных выпусков. Ну как вам фильм летний? Сосновые боровички. Шикарная тихая охота. А мы продолжим готовить шашлычки, овощи, фрукты, сладкие продукты. Еще будет чай с конфетами. Смотрим дальше. Мороз берет свое. Овощи покрываются инеем. Шашлычок готовится. Вчера я сделал маринад на кефирчике. Сейчас вам коротко покажу, как это все было. Мясо готово на пакетик.
Будем готовить овощи. Они уже обледенели. Красный перец сладкий. Соль. Пробежался, пока готовятся овощи, посмотрел на деревья, здесь сосны в основном одни, вешенок нету, сугробы большие, на земле тоже грибов уже нету, сезон 2021 объявляю закрытым. Не могу удержаться. Непередаваемое ощущение. Это еще озеро. Можно взять будет, приехать сюда, рыбку половить, попробовать. Небольшое, лесное. Отличная, шикарная погода, просто свежий воздух, минус 16, вообще не чувствуется. Я без перчаток даже сегодня. Пока готовятся овощи, поставим чайку. Готово. Значит, обстановка сейчас какая? Шашлычок я разогреваю, овощи у меня готовы, и поставил чайничек. Шашлычок немножко сейчас подогреется. Чайничек закипел. Добавил заварки. Клюква.
готово. И здесь готово, разогрелось все.